Dead Rising 4. Когда-то серия Dead Rising стояла у истоков моды на зомби в играх, но она и по сей день живее всех живых. На конференции Microsoft стало известно о разработке уже четвертой части, которой занимается студия Capcom Vancouver. Главным героем вновь станет Фрэнк Вест, протагонист оригинальной Dead Rising. Спустя 16 лет после тех событий, в самый канун Рождества, он возвращается в город Уилламет, чтобы докопаться до истинной причины вспышки зомби-вируса. Судя по увиденному в трейлере, Рождество у него будет веселым. Фрэнк снова сможет использовать самые нелепые виды оружия, собранные из подручных материалов. Например, арбалет, стреляющий леденцами. Или давить ходячих каким-то трактором, обвешанным гирляндами. Или вырвать с корнем столб и свирепо избивать им зомбаков. То есть с фирменным юмором в игре все в порядке. Нам разрешат комбинировать сотни видов оружия и транспорта, а также разбирать на запчасти любые найденные предметы и делать из них различную экипировку и ловушки. Более того, мы даже сможем использовать экзоскелет, дающий повышенную силу в ближнем бою. Но и мертвяки неплохо подготовились к встрече Рождества в компании со стариной Фрэнком. За эти 16 лет появились новые виды ходячих. Некоторые из них, например, умеют имитировать поведение хищных животных. Другие отличаются повышенной скоростью перемещения. Если справиться с ними в одиночку не получится, можно превратить Dead Rising 4 в этакое подобие Left 4 Dead. Авторы обещают кооператив на 4 человек. Выйдет игра до конца зимы этого года. Естественно, на Xbox One и Windows 10 одновременно.